Слушай, вот что-то я футболку забыл, надо его прицепить нормально. Крутимся! Здравствуйте, дорогие телезрители. Это Грипер Шоу. Официальный телеканал Грипер Тим. Отчет о Дывгаме. Мы, значит, съездили в Москву. Идем в Москву. Как оно после вчерашнего? Хорошо. Хорошо, отлично. У меня тоже все хорошо, сейчас чаю выпью. Жили мы хорошо, питались хорошо, посетили много интересных мероприятий. В общем, мы пишем компромат на Кирилла и на Азамата сегодня вечером. Компромат состоит в том, что я употребляю алкоголь. Вряд ли это пойдет на какой-то YouTube, поэтому... В дальнейшем нам бы хотелось поделиться своими впечатлениями о том, как проходил шоу-кейс. В частности, о лежачем шоу-кейсе. Ленивый шоу-кейс лежа. Также мы взяли интервью у самых известных инди-разработчиков и не самых известных инди-разработчиков. Об этом посмотрите здесь. Ведьмак на Unreal'е. Пич, огонь. Давай. Вообще-то это еще не анонсировано. Так, нельзя снимать, убери это. Гамма, это же гамак? Гамма, гамма, гаммакер, гаммачок. А я играл в твою игру. Нифига не понятно, что делать надо, да? Совершенно случайно нашел топового разработчика на Дивгаме. Я еще, к сожалению, сюда не развернул еще билдак. Винчи запускается. Нет соединения. Целый день? О! Мажорно. Мажорно. Ну, окей, я тогда подойду, посмотрю, когда будет. Азамат, который сделал пиздец. Тут должна быть небольшая вставочка, почему он сделал пиздец. Совершенно неожиданно встретили двух совершенно незнакомых людей, которые играют в какую-то непонятную игрушку. Джо Чили. Азамат, газета «Индустриальная Караганда». Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах. Я делаю игры с матерными названиями. Спасибо большое. Нам понравилось больше всего, естественно, разработчики, атмосфера, клевые тусовки, нетворкинг. 200%. Ты зеваешь? Привет. Как оно? Как после вчерашнего? Или ты не был на пати? Я был на пати, я где-то в 11 уехал. Ага, понятно, все, значит, ты свеженький, бодрый, как огурчик. Мне нужно чайку. Здравствуйте. Я вчера так хорошо погулял, что мне нужен чаечек. Спасибо большое, спасибо. Сегодня мы хотели бы завершить, значит, это будет финальный выпуск Грипер Шоу. Последующие выпуски будут Грипер Шок называться, Грипер Трепет и дурацкие шутки. Ты шутишь для нас, ты пойми. Ты шутишь.
для нас. Почему я так говорю? Потому что был последний Game Lynch. Американцам, в частности черным американцам, почему-то не понравилось слово «линч». Ставочка о кулинарии. Значит, как Азамат ест бургеры? Он покупает Big Tasty, покупает чизбургер, вкладывает чизбургер в Big Tasty и ест это целиком. Пятиминутка кулинарии. Красиво выглядишь. Спасибо. Hello. How's it going? One thing we were talking about. Scheduling shit. Sadly, I got here from the airport right here. I have no internet because Russia is not in the European Union, so I don't have roaming. Okay. So if I attempt to connect to the internet... So you're lost, basically. Yeah. You don't know where you are. $10 for 1 megabyte. Oh my god. So basically, if you open Google Maps, you're broke already. Okay. So that's not... I think GPS works without the internet, though. I'm not sure. I haven't tried. So I'm stuck to the hotel right now because there's Wi-Fi here. So what's your plan? Like, sitting here in the hotel, pretty trying much, to yeah. locate yourself, like, yes. Find my iPhone, find myself. And then when I leave, I just call an Uber here and go straight to the airport and see none of Russia. Nice. So you don't like Russia at all? No, it's not like that. So how's it going? Yeah, it's going fine. I'm now like making this game, kind of, yeah, this one. You will be lynching someone, right? Yes, it's my first time. I have no idea. Who's the guy? Do you know the guy? The game is, I don't know the guy, I know the game. The game is Lullaby Mars. Okay. Do you have an emergency plan if you drink shit and then... Run! Что еще? Ждем вас всех на Casual Connect. Следующий выпуск уже Gripper Shock'а будет из Лондона, надеюсь. Пока мы еще визу не получили, но стремимся к этому. Оставайтесь на той же волне и не пейте много. Спасибо. Сколько лайков наберет это видео? Три. Или 300?